Тарантовка, слушаю вас. А, Марина, здравствуйте. Здравствуйте. А, меня зовут Лариса Мадалиева. Я хотела вас попросить. Я живу в Торонто прилично давно. Здесь просто ввели смертную казнь. А, вот. Эта информация проверенная. У меня лично девочка, которая была в этом РСВ-пиджер, вы ее изнасиловали на гинекологическом железном стуле. А, дело в том, что это проплатил какой-то подонок. По-моему, это сделал кто-то из русских, из милиционеров. И я не знаю конкретно, у меня какая просьба к вам. Скажите, а вы можете написать письмо президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу с просьбой расследовать, что здесь происходит в полиции Торонто, во всех полицейских участках РСМП, в КМХ, в госпиталях есть специальная комната, там есть железный гинекологический такой стул, как кресло-кровать. Они туда кладут человека, выдвигаются защелки железные, и они могут там, к примеру, сделать мазки, вырезать матку. У них есть железные металлические эти шрайдеры, могут отрезать человеку ноги, руки, голову. И у них есть даже все препараты по эвтаназии. Туда ходит медсестра специально с отделения, они ее вызывают. Она им красиво делает укольчик и вкапает это эвтаназию раствор. Mm-hmm. А вот, и туда может попасть, в принципе, очень много людей уже погибло. У них есть специальные металлические такие, в общем, не железяки, короче, вещи. Они там жгут тела, то есть 3 часа сжигается труп вместе с одеждой, и потом все репортируют как без вести пропавших. Это надо, знаете, написать президенту, чтобы он расследовал и попросил срочно, написал королеве Англии с просьбой изменить этот закон и выкинуть, там высокая коррупция, понимаете, Скотланд-Ярд начал расследовать, но они получили очень большую сумму денег на счет, и поэтому они не хотят дальше расследовать, понимаете, вот чем дело, там еще и колдуют ко всему, поэтому с ними справиться очень тяжело, сейчас пока там привезли, кого-то прислали, они держат закрытых этих людей, которые это делают. Но я не адвокат, я к адвокату обратилась, но там очень тяжело, знаете, с этим совсем разобраться. Это надо только единственное все это конфисковать и выкинуть. Понимаете? Вы можете написать письмо такое? Все-таки у вас организация серьезная, у вас много там и адвокатов, и всех людей. Вам ничего не будет, вас за слендер не посадят, не переживайте. Просто аккуратно напишите письмо. Подпишите, что мы знаем, что вот такие вещи происходят. Просим расследовать, просим обратиться к королеве Англии с просьбой написать сюда письма, приказ парламента Оттавы, чтобы они все это закрыли. Потому что у них это ездят 2 человека из международной партии. На самом деле они обычные РСМП. Они купили себе лицензии международной полиции Оттавы. И у них там целый подкупленный круг знакомых. И они ездят по всему городу на полицейской машине, вылавливают людей, вывозят их. Они могут там туда подъехать, туда. И везде вот делают шрайд. Короче, везде убивают людей. Это надо, понимаете, это с этим... Это будет просто наезд на королеву. Она уже с этим разберется. Потому что просит Российская Федерация, потому что здесь много русских, и несколько русских женщин убили. Это правда. Им просто прислали на счет $1 миллион, они взяли эти деньги, а потом сделали чардж, ночью в 5 утра их вывезли. У них даже мастерки есть. Они могут любую дверь открыть. Так что можете вы помочь? Мне сложно сказать, насколько мы можем это письмо написать, поскольку мы не какая-то организация, которая сотрудничает, допустим, с адвокатами или с какими-то вот такими организациями, которые могли бы написать какое-то такое письмо.
Ну, да. Просто портал, на котором размещают люди информацию о каких-то, ну, бизнесах, о каких-то мероприятиях. Угу. То есть, ну, фактически мы просто даем возможность людям размещать различного угу. рода информацию. То есть да. выступать от лица каких-либо, ну, от лица людей для, ну, чтобы вот написать такое письмо, я вам, честно говоря, затрудняюсь ответить, можем угу. ли мы такое сделать. Вы понимаете, полиция борется, но они не могут ничего сделать, потому что это столько работы, это должен делать адвокат. А адвокатов кто начинает это делать? Их начинают запугивать и делать им аресты, чарджи, понимаете, в чем дело? И я не знаю, может быть, вы можете найти юриста, который сильный юрист, который может с этим обратиться, съездить в парламент Оттавы, а попросить их сказать, пожалуйста, закройте это все, сделайте то-то. Там это юридическая работа, понимаете? У меня единственное, у меня нет сейчас, я только со всеми разобралась. Если вы сами можете нанять адвоката для русской комьюнити, потому что там серьезно несколько женщин уже убито, и будет это продолжаться, и куда ни позвонишь, они могут любого человека зачарджевать и убить, понимаете? Это в ваших же интересах, потому что это будет продолжаться. Их боится полиция, понимаете? Тут можете в полицию даже не писать, это бесполезно. Они им просто пишут там всякие писюльки, вы не можете то, вы не можете им насрать. Вот, я извиняюсь, что так говорю, но это правда. Давайте так, если вы можете оставить какие-то контакты свои, то оставьте, потому что у меня не выключился ваш номер телефона. Я поняла. Нет, я контакты свои оставлять не буду, потому что я не хочу, чтобы меня репортировали полицию. Совсем разбирается юрист и моя тетя, но... Ну, в общем, если вы можете, подумайте, может быть, вы какого-то юриста еще можете найти, который может обратиться в парламент, закрыть это все. Окей, я... У вас же все-таки, вы всех своих юристов знаете, правильно? Да, мы знаем юристов, но как бы эти люди, ну не знаю, насколько они будут там бесплатно работать над каким-то делом. Или... Но знаете, это в их интересах, потому что если это будет продолжаться, здесь поубивают пол Торонто. Я лично отсюда скоро уезжаю, я, конечно, с этим буду дальше разбираться, у меня просто нет денег, просто они, знаете... По-моему, там полно варья, которая нахапала много денег, они теперь сидят и мило отдыхают, а людей убивают ни за чего, понимаете? Просто всему есть пределы. До всех доберутся, вас. Понимаете? Я поняла вас. Я передам информацию. Хорошо, спасибо, Абрам. Вот. Ну, не знаю, конечно, насколько это возымеет эффект, но... Ну, подумайте, это в ваших интересах, потому что это будет продолжаться, это может любого человека могут так убить, понимаете? Я поняла. Это касается хорошо, всех. Да, я поняла вас. Хорошо, спасибо за информацию. Угу. Я обязательно передам ее. Вот, и... До свидания. Да. Доброго вам.